Ой, а там такие штучки стоят. Они... Там это где? В машине обычно. Mm-hmm. Они трясут, скачаются. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, честно. Ну как? Я думал, вы говорите про щетки, дворники, которые... Нет, такие игрушки стоят. Вот, они... В машине игрушки стоят? Это безумие какое-то. Ну и что? Да нет, они такие маленькие, трясут. Подождите, а где вы это видели? В машине. А где эта машина? Пойдемте вместе посмотрим. Ну, правда, это же безумие. Ладно, в машине. Ладно, дворники тогда. Не, подождите секунду, что ж такое? Что дворники? Был вопрос, как водителю бороться со сном. Вы мне стали какие-то глюки рассказывать. Там стоят какие-то игрушки, они трясутся. Что ладно, это? Пусть на веревочке висит какая-нибудь штучка, она, когда машина едет, так трясется. И вот так все время по физиономии. Ну, я не знаю, как она называется. Ну, гимнастику пусть он какую-нибудь делает, водитель.